без нашего понимания, без нашей искренности в этой, в этом, друзья мои, мы не сможем увлечь людей. Продать продадим, заработать денег разово заработаем. Что-то серьезное, стоящее, по-настоящему большое мы никогда не сделаем. Я, когда мне приходит человек и говорит: «Саш, я буду строить бизнес, продукт потом». Я говорю: «Ты знаешь, наверное, нам с тобой не по пути». Почему? Потому что без ценности, если ты этим не проживешься, у тебя ничего здесь не получится. И сейчас человек, который раскроет именно эту тему, тему концепции, тему видения в продукте. Это человек, который меня, ну, давайте так, если у вас, если есть человек эталон, эталон в здоровье, эталон, как нужно выглядеть, эталон отношения к продукту, работы с потребителями, то вот это человек, о котором я сейчас хочу представить. Итак, друзья мои, встречайте, Анна Сахацкая, профессионал в бизнесе с огромнейшими результатами, с партнерами по всему миру и, самое главное, сегодня в огромной динамике роста. Анна, передаю слово. Единственное, что я не умею включать микрофон. Саш, я сейчас передам слово. Спасибо. Я Я тебе хочу сказать огромное спасибо, Саш, да, еще в завершение твоего выступления. Все по полочкам, все правильно. Ну, что, осталось только действовать. Да? А сейчас я тут просто на секундочку вклинился. Хочу еще два слова от себя сказать, что Анна — это человек, который вот вместе с тобой, вместе с Натальей, да, который, о которой ты говорил, твой наставник, это два человека, три человека, которые первые еще получали автобонусы от компании. И это человек, у которого я, при всем при том, что я, ну, могу сказать, что я хорошо разбираюсь в продукте, это тот человек, которому я, вот, знаете, мне очень многие люди там пишут что-то, спрашивают по продукту, уточняют. А вот если мне нужно что-то узнать по продукту, я всегда обращаюсь к ней. Поэтому для меня это действительно настоящий гуру, это потрясающая девушка, у которой огромная организация, она действительно профи в продукте. Анечка, вижу тебя, сейчас передам тебе слово. Лови микрофон. Здравствуйте, дорогие друзья, меня хорошо слышно. Все, видно, да, слышно, да. Ань, привет, рад тебя видеть. Передаю привет, слово. А как я рада вас видеть. Я вообще, мне сегодня, наверное, день удался. Мало того, что я выступаю среди таких вот крутых бизнесменов, бизнес-партнеров, вы мне еще сделали промоушен, два из них. Друзья, я очень рада вас приветствовать, и у меня сегодня тема «Основные товарообразующие продукты». Я считаю, что это крайне важно. Почему? Потому что, ну смотрите, в любом бизнесе вы получаете процент с товарооборота, который сделали в месяц. В нашем тоже. Но в нашем бизнесе еще очень важно, что товарооборот в месяц, от него зависят ваши статусы, те же самые бонусы недвижимости, ваша карьера и карьера ваших людей. И вот моя задача сегодня показать, на чем лучше делать товарооборот, что надо знать. И есть несколько нюансов. Но первый нюанс — это то, что в любом бизнесе важно, насколько легко делать этот товарооборот, насколько востребован этот продукт. Потому что я знаю разные сетевые компании, да и не сетевые компании. И если продукт нужен не всем далеко, если его редко покупают, то надо быть харизматичным продавцом, надо придумывать разные фантастические истории. Такие истории, если вы уже по каким-то компаниям ходили, какие-то предложения искали, вы слышите: вот наш президент попал в аварию, и вдруг ему приснился сон, и он увидел рецепт волшебного напитка. У нас этого нет. И мне не нравится такой бизнес. Я бы никогда не смогла работать с продуктом, который не востребован так сильно, как это нуждается рынок. И следующий момент. У нас очень много продуктов. Не знаю, сколько, более 200 разных наименований, и все время приходят новые и такие крутые. Ты не знаешь, что предлагать. Вот я просто воспользуюсь такой минуткой, потому что у нас 800 человек, я не знаю, все ли будут в бизнесе в Коралловом клуб, но вы хотя бы знаете, что у нас есть потрясающая новинка, вот такой коллаген. Я когда была в Японии, я просто облизывалась и смотрела на этот коллаген, который продавался в Японии. Японки — это женщины без возраста. Ей может быть 80, а она выглядит на 50. И когда я смотрела, они постоянно пьют коллаген. Очень часто, не постоянно, но часто. И вот он продается у них, он стоит недешево, $250, курс на месяц, но он очень тяжелый. И я не смогла, потому что в Японии два чемодана я так там всего понабирала. И я думаю, ой, ну не этот раз. И тут к нам приходит коллаген, который в два раза эффективнее, то есть он больше, там 10 миллилитров, плюс стоит дешевле практически в два раза. И я просто не могу об этом молчать, потому что вот сейчас тема наша, она просто очень актуальна. Почему? Не потому что коронавирус, а потому что люди хотят выглядеть молодо.
И вот основной продукт вот с этого всего, что я сказала, 200, самый основной продукт, который надо продвигать, это концепция здоровья. Это на 1000000%, потому что у компании есть статистика, какие продукты больше всего покупают во всех странах мира. Я напомню, у нас международная компания, наш продукт покупают в разных странах мира, огромное количество людей, и этот продукт называется «Концепция здоровья». Я кратко расскажу, почему это важно. Ну, первое, вот я сказала, что сейчас люди хотят молодо выглядеть, быть энергичными. Да, вот я, мне 54 года, я хочу хорошо выглядеть, потому что я понимаю, сколько возможностей. Поэтому я буду искать эту возможность. И так огромное количество людей. Вы видите, сколько в Инстаграм разных коучей продают здоровый образ жизни, ЗОЖ, обучаю ЗОЖ, там, дайте $300, 500. Мы это рассказываем вам бесплатно, еще круче, чем эти коучи. Много всего предлагают. И вот люди, попробовал там, вот себя даже вспомните, там взял, послушал что-то, там попробовал, но все равно у вас нет результата, вы идете и ищете. И вдруг вы встречаете человека, который вам говорит, что, слушай, ты же понимаешь, что вообще любой результат по жизни ты получал только в системе, делая регулярное одновременное действие. Вот здоровье то же самое. У меня есть такая система. И человек говорит, вау, это я рассказываю про себя. Потому что, когда я пришла в коралловый клуб, я пришла просто на очищение, имея очень большие проблемы. И я уже пришла человеком, который перепробовал все. Я знала все очистки, я могла сама рассказывать часами, как можно очищать организм. Я пришла на Калаваду, я не знала, что здесь есть концепция, я не знала, что надо пить перед этим размываться. Я начала ее пить, и я захлебнулась от своих собственных токсинов, мне стало плохо. И вы знаете, я очень обиделась на коралловый клуб. И представьте, вы получили негативный результат, придете вы обратно, наступите вы на те же грабли? Нет. Но я сюда вернулась только потому, что я узнала, что есть такая концепция здоровья. Есть потрясающие результаты на концепции здоровья. Я подумала, боже, это так просто, это так классно. И поверьте, концепция здоровья привлекает огромное количество людей именно в компанию нашу. Именно не вода, не очистка, а именно концепция здоровья. Может, привлекает и вода, и очистка, но остаются люди благодаря концепции. И это нам дает огромное преимущество, потому что у нас есть постоянные потребители, которые много-много лет с нами. А на постоянных потребителей, на постоянных клиентов и строится остаточный доход, будем говорить так. Итак, кратко, быстро расскажу про концепцию, потому что я знаю, что здесь очень много людей. 6 простых шагов. Первый шаг – это психология. Что надо понимать? Что ваше здоровье, каждого из вас, кто сидит сейчас перед экранами мониторов, это только ваш выбор. Если вы захотите быть здоровыми, вы им будете. Если не захотите, то будете ходить к врачам, пить таблетки, и качество жизни, качество здоровья у вас будет плохое. Только ваш выбор. И второй момент. Надо понимать, что люди позитивные живут намного дольше, чем негативные. Это просто можно посмотреть статистику, по геронтологии есть такая статистика, люди, которые живут долго, какие они. Почему я к этому вам говорю? Ну, как бы, к продукту это сильно не относится, но я хочу все-таки рассказать вам немножко о сетевой индустрии, потому что прочитала книгу Максвелла Мольца, это бестселлер, называется она «Психокибернетика», и вот там человек, который не понимает, что такое сетевая индустрия, пишет очень классную штуку. Он пишет о том, что человек с негативными мыслями никогда не будет успешным. Никогда. И вот ему надо меняться. И вот он расписывает, как долго этот процесс проходит. И вдруг у него маленькая такая ремарочка. Говорит, вы знаете, есть такая экономическая система, сетевой маркетинг. Я не могу понять, что это такое, но я знаю, что там люди меняются намного быстрее, потому что вас формирует окружение. В нашем окружении люди позитивные, целеустремленные, они хотят изменить весь себя, они хотят достичь успеха, поэтому welcome сетевую индустрию, если вы хотите поменять свои мозги. Второй шаг – движение. Движение – это жизнь, запускается лимфосистема. Все мы прекрасно об этом понимаем, поэтому не буду останавливаться. А вот третий шаг – что надо делать? Надо напоить свою клетку. Надо запустить в нашем организме роддом здоровых клеток. Для этого нужна специальная вода определенного количества и определенного качества. Чем отличается вода, которая есть везде доступность? Это безопасная, но мертвая вода. Чтобы организм ее усвоил, ему надо колоссально потрудиться. Вы знаете, сейчас в 21 веке нам нужна энергия на все те процессы, с которыми раньше организм не встречался. Среда обитания поменялась. Вот как сделать так, чтобы энергия оставалась?
простой способ – пить биодоступную воду, потому что на 75% вы состоите из воды, и все биохимические процессы, все в организме, они происходят только в воде. Если вы дадите организму ту воду, на которую он не тратит энергию, которая моментально усваивается, у вас энергия пойдет на все, и вы будете просто выглядеть замечательно, вы будете энергичны. И в компании есть огромное количество продуктов, которые являются просто супер для того, чтобы вам поддерживать свой водный баланс. И эта программа и Coral Detox, ну, флагманский продукт, конечно, это Coral Mind, это японский продукт, и вы, наверное, если вы уже здесь, вы про него знаете. Я хочу сказать только одну вещь, что когда я была в Японии на производстве на том же острове Окинава, где огромное количество долгожителей, я была поражена тем, что этот район, ну, знаете, говорят о том, что в долгожителях есть несколько понятий, у них есть такое спокойствие, регионы без всяких там катаклизм, когда нервная психика не подвергается какой-то, будем говорить, атаке, когда люди кушают такую классную еду, и когда люди дышат свежим воздухом, и они пьют определенную воду, то там, на Окинаве, только определенная вода. Ну, может быть, воздух, потому что там постоянно тайфуны, там вообще постоянно какие-то землетрясения, что-то происходит непонятное. У них нервные стрессы, питаются они не как японцы, потому что это бывшая китайская территория, кушают они свинину и лапшу, суши у них там не найдешь в обычном ресторане, только для туристов, поэтому там вот вода, нам очень повезло этим долгожителям и повезло нам, что мы имеем вот такой вот пакетик, который, да, саше, который бросаем в стаканчик и получаем биодоступную воду. И следующий момент, это очищение организма. Даже не очищение организма, а помощь нашему организму. Потому что, вот давайте задумаемся, 40 лет назад не было, были онкологически больные дети, но если попадался такой ребенок, то со всего Советского Союза приезжали все академики, чтобы его проконсультировать, потому что это было ЧП. А что сейчас? Посмотрите, вы сами прекрасно знаете, для таких детей строят клиники, и никто не обращает на них внимания. Почему это происходит? Почему такие болезни появляются? У меня ответ только один. Среда обитания изменилась, а организм не успевает под нее подстроиться. И огромное количество интоксикаций, которую организм не может распознать. Да, вот вы скушали хлеб, и там куча всяких ешек, вы даже не подозреваете. Но организм не знает, что это такое. Если он знает, и он выведет. А если не знает, складируем. И в результате происходят вот такие процессы, да, окислительный стресс, и организм не знает, что делать. Он начинает болеть. Поэтому надо организму помогать избавляться от того, что накопилось. Каким способом это сделать? Вот я уже говорила, что я знаю все очистки, которые есть. И когда я попала в коралловый клуб и увидела, какой вид очищения здесь есть, эффективный, достаточно комфортный. Да, это санаторий на дому, не надо ничего. Ты ходишь, принимаешь определенные продукты абсолютно натуральные. Там включено все это настолько биологично и по часам рассчитано биологическим часам. И вы знаете, на рынке на самом деле, я знаю рынок очищения, со мной работают разные диетологи, которые не работают с коралловым клубом. Я знаю врачей, которые занимаются очисткой голодом. Все просто в шоке от того, какие простые эффективные решения есть в коралловом клубе. И многие люди, кто занимается голоданием и всем остальным, их используют. Поэтому в коралловом клубе, я могу сказать вам на 100%, я вообще не люблю, когда говорят, что мы самые лучшие, но вот такого комплексного, полноценного, эффективного, разумного очищения на рынке нет. У нас есть очистки под разный кошелек, под разное состояние организма, их несколько. И если вы хотите молодо выглядеть и иметь энергию, то я хочу вам сказать, без очищения в 21 веке это невозможно. Я после того, как у меня проблемы были с суставами, я не могла ходить. Вот смотрите, мне хотели ставить инвалидность. И в результате вот этой вот концепции несколько шагов. Напои клетку, очисти и потом восстанавливайся. Я прошла их 3 или 4, и я забыла про многие проблемы, которые были в моем организме. И теперь, что я 54 года, я могу ходить 20 километров, 30 километров, потому что мы часто путешествуем, много ходим пешком. Откуда такие результаты? Что я делала? Я лечилась? Нет. Я создала просто оптимальные условия для самовосстановления организма. И мой организм сам, без любого врача, так как и ваш организм, знает, что надо делать.
И вот когда я подготовила свой организм, очистила его, напоила, вот здесь надо давать клеточное питание, смартфуд, который сейчас называют. Сейчас очень многие компании продают клеточное питание, продают его не только компании, а просто отдельные производители уже, которые сами там что-то предлагают прямо через Инстаграм или Фейсбук. Вот, ребята, пока вы не подготовили организм к усвоению, то кормить кого? Там, глистов или... Как это может попасть в клетку, если густая кровь, там куча токсинов, нет транспорта, потому что между тарелкой и клеткой есть много посредников. Если в вашем организме недостаточное количество жидкости, если он загрязнен, эти посредники не работают. Кушаете вы, не кушаете хорошие там витамины, самые лучшие, оно не попадет к вам в клетку. Оно может выйти в унитаз или там где-то застрять в кишечнике. Поэтому очень важно понимать, это нас отличает от других. У нас есть эта самая система. И, в общем-то, за короткий срок, достаточно эффективно, вы можете напоить клетку, очистить, защитить. У нас есть антиоксиданты H500. Всем рекомендую внимательно обратить на этот продукт, потому что эти два продукта, Coral Mine и H500, сделают ваш бизнес очень серьезным, потому что эти те два продукта, которые люди постоянно пьют без перерыва. Их нужно в 21 веке постоянно пить без перерыва. А теперь давайте посмотрим. У вас есть продукт, который человек каждый месяц покупает. Да, я сказала, вода H500. Но мои клиенты, они все пьют без перерыва. То есть у меня каждый месяц есть люди, которые покупают именно эти два продукта. Там раз в полгода очищение, какие-то витамины, кто-то покупает много всего по-разному. Но есть два продукта, вода H500, еще раз повторяю, которые покупают каждый день. И вас им рекомендую. То есть кому нужен этот продукт? Абсолютно всем, как часто, каждую секунду, каждый божий день. И если я говорю абсолютно всем, да, вы с этой темой можете пойти к ребенку, к пожилому человеку, кому угодно. Саша уже вам в Завгороднее великолепно об этом рассказал. А представьте себе, что мы продаем, ну, например, вот я смотрю сейчас, я сижу у себя дома и смотрю, у меня стоят кастрюли Цептер. Я очень уважаю эту компанию, но гарантия на эту кастрюлю 50 лет. И что, когда я приду к этому клиенту, опять с тем же самым предложением. С этим предложением я могу приходить, то есть человек пользуется моим предложением каждый месяц. Новая покупка. Какие перспективы у меня с этим бизнесом? Ну, как вы думаете, вот через 5 лет, через 10 лет будет востребована вода, здоровье? Что будет с водой? Вот люди, которые сидят сейчас постарше перед экранами мониторов, они помнят, что 20-30 лет назад вообще ни одной бутылки воды даже не продавалось в магазине, и мы смеялись, вот сейчас смеемся о том, что если бы нам тогда сказали, что мы будем пить воду бутылированную, мы бы сказали, такого не может быть. Поэтому с каждым годом все хуже и хуже, и наша тема становится все перспективнее и перспективнее. Вы же не приходите на год или на 5 лет, вы же приходите в бизнес на постоянной основе, вы хотите передать его своим детям. Поэтому вам надо понимать, насколько это будет востребовано, потому что мы строили бизнес на видеокассетах, видеокассет нет, на дисках нет. Все уходит и уходит, наша будет только приходить и приходить в дома каждого человека. И вот очень важно, насколько это эксклюзивность. Вот я могу сказать точно, что такого исполнения и такого подхода, как концепция здоровья, вы нигде не найдете. Можете поискать. Я просто знаю, потому что меня знают как диетолога-нутрициолога некоторые люди, и мне, как что-то приходит на рынок вот с этой области, мне постоянно кто-то звонит и что-то предлагает. Анна, давайте с вами встретимся, мы хотим вам рассказать. Вы знаете, я встречаюсь, мне надо знать конкурентов, и я просто тихо смеюсь про себя, думаю, рассказывайте, как вот вообще, даже иногда думаю, как люди могут продвигать такой продукт, кому он нужен, вот он настолько неинтересен, у нас намного круче. Но не поверите, люди продвигают. И вот в чем еще очень важно, что именно концепция, простота, и просто дублицировать. Потому что каждый из вас может найти, рассказать 5-6 простых шагов. Психология, движение, вода, очистка, защита и клеточное питание. Каждый может повторить. От человека, от дворника до академика. А это
простота позволит вам обучать быстро людей, а вашим людям обучать быстро своих людей. И так вниз, вниз. И когда-нибудь в вашей организации будет столько людей, как вот у многих из нас, мы даже не знаем своих директоров, серебряных директоров. Наверное, вы не понимаете, что это такое многие, но поверьте, вы не будете знать своих лидеров, которые строят бизнес в вашей структуре. Вы можете иногда с ними встречаться на событиях, но они будут самостоятельны. И в этом райское наслаждение этого бизнеса. И вот... Если вы работаете концепцией, у вас люди получают фантастические результаты, потому что за свое пребывание в Коралловом клубе, за свою жизнь в Коралловом клубе, потому что это моя жизнь, я услышала такие истории. Ребята, если бы вы знали, это просто слезы наворачиваются, потому что я знаю огромное количество людей, которые уже вообще на них поставили давно врачи, окружение, крест, они сейчас живут и живут очень качественной жизнью благодаря именно концепции здоровья. И благодаря этому, благодаря результатам, огромное количество людей делятся сами этой информацией. Ваши потребители, которые не понимают, что здесь есть финансовая выгода, делятся нашей информацией с другими людьми. Вы представляете, какой это кайф, когда о вашем продукте без вашего участия будут рассказывать, без рекламы. То есть это супер просто. И что, какое еще преимущество? Ваш потребитель, ваш клиент, да и вы сами имеете инструкцию пошаговую на 90 дней. Почему я считаю это важно? Потому что люди привыкли, чтобы ими кто-то руководил. Начальник сказал определенные действия. Супер, я это сделал по шагам. А когда они приходят, и они не знают, ту банку выпить, ту... Я скажу вам честно, я до Кораллового клуба проходила такую систему очищения после диагностики в компании в одной известной американской. Мне там врач порекомендовал баночки, вот такая куча баночек. Я не знала, боже, что, куда, зачем. Вот я просто забывала, меня это просто раздражало. Здесь настолько все просто. Люди знают путь. И этот путь помогает, очень важный момент, вам планировать свой бизнес. Вы четко знаете, у вас человек зашел на путь концепции здоровья, который минимум 90 дней, минимум. И вы понимаете, что у вас будет товарооборот. Концепция здоровья – это тот продукт, который очень хорошо балово-наполняемый. Я не знаю, может, кто-то не понимает, что это баллы. Но я объясню. Вот, например, знаю разные компании, каждый лидер должен делать определенные условия. Например, 500 баллов. Вот, чтобы вы понимали, например, у нас вот это вот комплекс, это 100 баллов. Вот 5 таких комплексов и 500 баллов есть. А в других компаниях это вот такой вот стол баночек, который надо продвигать, чтобы сделать эти 500 баллов. Это 500 баллов минимум. Я знаю известную американскую компанию, которая делает 3000 баллов, и люди продают вагон, чтобы получить свои деньги с других лидеров. Не с потребителей, а с лидеров. Это тоже, я считаю, очень важное преимущество. Какое еще преимущество концепции здоровья? Ребята, в 21 веке люди не хотят парить мозги, вникать. Им надо просто. Вот мы продаем простые вещи. Приготовить воду курортную, даже круче, чем курортную, за 3 секунды, бросив пакетик. Это сложно? Нет. Открыв очистку и взять такие вот пакетики, в которых все запаковано и написано 1, 2, 3. Это просто? Конечно. Вот поэтому... Знаете, если кто-то догадался запаковать все эти травы и все просто вот в такие пакетики, я думаю, но пока только мы это делаем. И легче продвигать уже комплексные решения, которые вам составили для вас специально ученые. Это очень-очень важно, потому что представьте, вот среди вас огромное количество молодежи. Это мы там со своими знаниями понимаем все это. А вам это зачем? Вообще разбираться в продукте. Для вас подготовили пак, который называется детокс, который идеально очищает организм, помогает организму избавиться, размыться от токсинов водорастворимых, жирорастворимых. Поэтому здесь для вас облегчает вам работу, продвижение продукта. И именно работа через концепцию, потому что концепция – это паки. Один пак, второй, третий, четвертый. Вам не надо там объяснять человеку. Есть инструкция, вы предложили пак, человек взял, почитал инструкцию, пьет, следующий пак. Я хочу сказать, что раньше такого не было. Я понимаю, насколько нам было сложно
продвигать, сложнее было, но надо было учиться. Сейчас это просто, ну просто счастье. Пак, раз, два, три. И выгода клиенту, потому что когда у клиента есть какие-то выгоды, он остается с вами. Представляете, вот вы 90 дней с ним, вы сможете с ним уже ближе познакомиться, вы можете несколько раз ему рассказать о продукте. Почему несколько раз? Потому что чем больше человек слышит о продукте, тем больше он понимает его ценность. И для бизнеса это очень важно, что вы соприкасаетесь с клиентом 90 дней. Он получит свои результаты, он поделится информацией, и он еще получит свою выгоду. Какую? Потому что у нас есть специальное предложение для клиентов, которые берут определенный, ну, например, комплект такой, да, вот, например, вы, вашей семье хочет, например, жена или муж пройти по концепции здоровья, а вот и сестра, а вот и дети уже взрослые, и тогда просто человек делает такой, называется, потребительский директор и получает максимальные скидки. Когда человек видит выгоду, для него это повод остаться с теми людьми, которые выгоду ему дают. У меня все, наверное, я уже практически все преимущества через концепцию здоровья рассказала вам, поэтому изучайте, сами проходите концепцию здоровья. И вы знаете, что меня сейчас восхищает вот именно в Коралловом клубе, то, что благодаря концепции здоровья мы можем людей не просто там напоить весь мир, помочь людям зарабатывать деньги. Нет, мы можем научить человека быть здоровым. И я считаю, что у меня вот миссия научить людей быть здоровыми. И Коралловый клуб – это уникальная возможность для каждого из вас. Научиться, получить инструкцию своему транспортному средству, научиться поддерживать качество здоровья, помогать своему окружению и быть не только здоровыми, но свободными, востребованными и счастливыми. Все, у меня все, во время свое вложилось. Спасибо, Аня, большое. Внимание. Насчет воды, воды и H500 у меня...